Стресс – это грех, спрашивается? Стресс – это то состояние человека, которое он ощущает, когда находится вне зоны своего комфорта, когда он начинает... Ну, стресс – это, в принципе, понятие психологическое, которое в армянском понимании это будет чихножам. Ну, то есть, когда человек на пике своего... Кризис, да? Вот кризис, такой. То есть, это кризис. Ну, в русском языке немножко по-другому понимается, в английском тоже. Это, в принципе, довольно естественное состояние человека, которое время от времени может быть, когда приходит время сложное, время трудностей, вот такой напряженности, да, психологическое. Но для христианина нужно, конечно, сказать, что те стрессы, которые могут быть у человека, который не знает Бога, эти стрессы не должны быть у христианина. То есть это, конечно, нежелательно, потому что у нас есть очень большое упование, сам Господь наш Иисус Христос. То есть если мы надеемся на Бога всем сердцем своим, уповаем на Него, то в минуты трудности мы должны обращаться к Нему с молитвой. Нужно осмыслить все эти трудности как просто-напросто испытание, тогда это будет гораздо легче. То есть нам помогает наша вера, помогает избавиться от многих стрессов. И не скажу, что от всех, но от многих-многих. Бывают, конечно, такие состояния в жизни, что невозможно избежать до этого стресса. Вот. Но у нас очень есть разница с теми людьми, которые не знают Бога, те, которые не знают Церкви Христа. Мы имеем гораздо меньше процесс стресса, имеем какие-то стрессы, которые вот именно самые громадные такие удары, когда нам наносят жизнь, тогда мы можем, допустим, быть не готовы к этому и какое-то определенное время испытывать это. Ну и с помощью Божьей нужно преодолевать это все.